Всем приветики. Я вроде бы более-менее отошла. Сейчас пришла только что с фитнеса, ходила на Неа. Зашла во Вкусвилл, купила себе сушеных яблочек. Уже 140 рублей они стоят. Зашла на Валберес, забрала. Я заказывала тушь. Блин, такая прикольная упаковка, мне так нравится. Она такая прям как шершавая, что ли, серебристая. Вообще отзывы очень хорошие на эту тушь. Стоит она всего 290 рублей. Вот такая щеточка. Так, что это за сопля висит какая-то тут? Она, по идее, должна удлинять. Вот. Не знаю, попробую. А то у меня моя вот эта лореалевская вообще засохла. А я смотрю, эта тушь вроде недорогая. Что там? И в то же время отзывы хорошие. Купила еще депилятор, крем депилятора для лица. Лопатка тут еще дается, еще в подарок здесь был. Это, наверное, в туше было. Шампуник, пробничек. Вот, себе нарезала грушу. Сижу, ем грушу. Купил еще вот такие снеки, ягодно-фруктовые с черникой. Такие какие-то маленькие. Ладно, не буду говорить это слово. Короче, такое себе. Мне что-то вообще не понравилось. Ну, яблочки, понятно, что вкусные. Яблочки вкусные, а вот это мне вообще что-то не оно. Здесь трясется вообще дом. Аж дом трясется. Я сижу на кресле, меня прям потряхивает. Боже, что они тут делают? Дом наш дрелит, блин. Да ага. Они дорогу, смотри, видишь, что? Во. В темноте, это, наверное, вот это, не видно. Каток. Он же тяжелый, он же выравнивает, понимаешь? Он, его, там же тяжело. Грейдерит, да, там? Же, ну, блин, как бы. Он 10 весит, такой больше. Там, я думаю, боже, что происходит? Полностью всю дорогу перекрыли, видишь? И сразу пробище. И так пробки. Ну ладно, зато новый асфальт. У нас это самое главное, железка, это самая Москва. Так, помните, я вам говорила, что ходила в басик, и мне что-то не зашло. Что я имела в виду? Про купальники. Сейчас. Угу. У меня есть вот такой купальник. И он как бы, да, вот с этим вот, с юбочкой. Видите? С юбочкой. И вот это вот, и вот здесь вот тоже в груди. Вообще он на самом деле мне очень велик уже стал. Что-то он как-то прям вообще мне велик. Вот, и вот здесь вот в груди, и когда выходишь из бассейна, он такой тяжелый, все с него льется. У меня еще есть вот такой купальник, кстати, я его ни разу еще не одевала, по-моему. Да. Вот такой купальничек. Вот такие купальники как раз и надо. Вот он просто простой, да, без всяких юбочек, без всяких платьишков. Здесь такая как прозрачная сеточка-вставочка, видно? Вот она, мои пальцы видно. Вот. Так что в следующий раз я думаю, что если пойду в бассейн, то одену этот купальник. Потому что он без всяких юбок, без всяких вот этих вот вставок, блин. А нет, он здесь тоже со вставками. Ну ладно, здесь хотя бы вставки не убегают, а тут он какие-то, они гуляют сами по себе там. Не знаю. Вот. Пойду в этом. Но у меня проблема в чем? У меня проблема в том, что у меня шапочка моя вот такого цвета, вот как для этого купальника. Как-то негармонично, да, будет смотреться. Синий-розовый купальник и зеленая шапочка. Или просто вообще не заморачиваться по этому поводу. Какая разница, какая шапочка, правильно? Так, ладно. То я просто постирала купальник и сейчас сняла его, он уже высох. А, попросили показать чехол у меня. Вот такой, девочка. Да все, я покупаю на Валбересе. Все на Валбересе. Я больше нигде не зарегистрирована, только на Валбересе. У меня еще держалка. Держалка очень спасает. Ну, тот, кто постоянно снимает, тот поймет меня. А, что-то это... Ресницы смыло, такие синяки под глазами. Ладно, буду дальше дела делать. Вещи вешать. Что, давайте взвесимся. Я-то уже знаю свой вес. Я уже вставала на весы. 110,8. 110,8.
Всем приветики. Что-то камера какая-то мутная, хочу сказать. Так, я ходила, знаете, куда? В аптеку, но я не буду показывать, потому что на Дзене блокируют. Пишут, что лекарство запрещено показывать. Так что купила смехту и этот, и буклин. Ходила на Валберес, сейчас это чуть-чуть попозже. Но я не буду вскрывать, потому что я потом. И в Пятерочку зашла. Дети попросили шоколад. Сейчас в Пятерочке по акции 59 рублей. Милка. Это детям. Потом шницель взяла. 188 рублей. Шницель. Макарошки. Барилла, конечно же. 75 рублей, по-моему. Кукурузка. Бондюэль. Маленькая. Порошок самый дешевый, стиральный. Не знаю, почему он мне нравится, прикиньте. Вообще. Не знаю, почему. Ну, мне нравится. Блин. Мясо упало. Так, зонтик мой мокрый. На улице так льет. Это капец какой-то. Льет, как из недра. Так, ну что у нас тут все высыпается? Масло растительное. Тут вообще мало осталось. Ой, кстати, у меня, по-моему, сейчас такой же. Нет, другой какой-то. Слобода с... с добавлением оливкового масла. 135 рублей. Для туалета вонючка. Одна водичка. Клубничная по акции 65 рублей. Что-то у меня память улучшилась, да? Я даже цены помню. Обалдеть. Так, это не оттуда. И зубная паста. Я-то, вы знаете, я пользуюсь, вот я двумя пастами пользуюсь. Вот этой корейской, которую я купила, которая выглядит как жидкое мыло, и тайской. Своим купила вот Colgate. Они чистят такими обычными. Так, взяла две игрушки. Такое, просто дождь лил, я хотела, знаете, чтобы вроде как бы и взял что-то, и в то же время, чтобы было не так тяжело тащить. Все мокрое, боже. Это у нас гранулы для прочистки сливных труб. Да у нас засорилось там в ванне. Хочу прочистить. Прочистить котлет. Все, Пятерочки, все. Дальше я зашла в кирпичный. У нас тут магазин такой есть. Взяла детям чебуреки. Я, знаете, что вам купила? Чего? Знаешь, что я вам купила? Чего? Чебуреки. Кого? Чебуреки. Они их больше всего любят. Чебуреки, ну и вырезку свиную. Еще я ходила на Валберес, забрала свой кремик. Заказала вот такой кремик Ювенион. Да, у меня их, вы знаете, сколько их уже? 2 или 3. Плюс еще сыворотка. Да, мне очень нравится эта компания. Очень классные крема и все остальное. Вот этот крем сделан специально на сезон осень-зима. Вот. Посмотрите на это наглое лицо. Вот кого-то ты мне напоминаешь, да? Да, меня. Пошли, как будто я тебе покажу. Меня со мной перепутали. Да. Ты у нас такой один, да? Да. На всей планете. Вот, видишь, стоят. Угу. Че? Вот и вот. И что они делают? Вот это и вот это, да? Да. Вот этот, он а вот более это. Такой а, плотный. А, это вот для лица масочка. Это... А, вот а бороду есть чем-нибудь мягкое сделать? Нет. Увлажняющий крем какой-нибудь для волос? Нет, у меня для такого волос, ничего не нет. Масочка для волос. Ну, масло для волос вон а стоит. А вот это что такое? Что они делают? Крема это. Ну, увлажняет, питает. Лицо? Я бы тебе сказала, но не буду. Просто попшикаю помазал, типа, да? Увлажняющий. Ну, вот это более такой плотный, вот это более такой нежный. От холода не защитят, типа? От холода вот это, если только. А что ты собрался мазать? Не, ну лицо вот так, да, помазать чуть-чуть и все. Ну, а оно какие эффекты дает? Помаши и увидишь. Нафиг черный случай. Какие проблемы? Побриться с головой, если только. Не, это у меня постоянно такие проблемы. Ну, это да. Так. Моя любимая картина. Это ты новую поставила, сразу видно, что это новая, нет? Да, да, это новая. Да. Старый выкинь, ну пожалуйста. Я могу пару штук выкинуть. Выкинь. Вот, вот это. Вот, вот хорошо. А вот эти все, вот сразу видно, что они тоже старые. Ну пару ставить надо же.
Ну тогда хотя бы вот возьми одну, вот эту вот одну, полностью заправь и все. Остальные все повыкидывай. Вот так все? Типа да. Угу, блин, ты понял. Мало бы. Все отлично будет, я тебя уверяю. Может, не хватит? Хватит тебе.